Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем играть в усовершенствованную GTA Vice City. И сегодня мы продолжаем закупать бизнес в Vice City. И сегодняшняя наша цель — это таксопарк. Таксопарк под названием КВМА Кэпс. Стоит он 40 тысяч. Ну, давайте купим. Kaufman Caps. Здравствуйте. Похоже, вы новый хозяин. От кого ж ты? На мафию, картель? На мексиканца даже не похож. Впрочем, ты наверняка оттолкнешь речь, что сейчас все изменится здесь. Возможно, ты перестанешь того, кто водил. Не наезжай только на Теда, он рыжку загличил. Вообще-то, да, я хотел сказать, что тут скоро все поменяется. Чепуха! Доверься мне. Я занимался этим много лет. Слушайте все. У нас тут новое начальство, и скоро тут опять все изменится. Наша новая администрация. Ты кто такой, кстати? Да я не из банды, кстати. Как тебя звать? Версетти, Томми Версетти. Наше новое начальство банды Версетти. Сделай так, что у нас не будет проблем. Отбой. Тебе понравилось, Капиш? Мне нравится. Оно так всегда и было. Мы тут работаем как обычно. Если конкуренты будут наезжать, ты должен им так вломить, что они потом не смогут нам вломить. Ну и так далее. Ясно, понял. Если хочешь поработать, бери такси в гараже и начинай. Давайте проверим это место. Ну, короче, здесь... Так, это для машин такси вывески. Календарь какой-то. 1986 год. Но тут не разглядишь, какой именно день. Сейчас там, видимо, не показано. Машины такси у нас здесь. Одну секундочку. Окей. Так, ну давайте начинать задание. Чтобы начать задание, надо сесть в автомобиль. VIP. VIP-клиент. Есть выгодный заказ. Нужно забрать VIP-клиента на Starfish Island. Кто поедет? Говорит твой Версетти. Я его подберу. Всего лишь за минуту. Да вы что, угораете что ли надо мной? Ладно, надеюсь, навигатор не подведет нас. Если мы успеем пройти все миссии, и у нас еще время какое-то останется, мы еще фабрику мороженого купим. Господи, тупицы мотоциклисты. Дверь помял нам. Надо очень быстро, у нас всего лишь 30 секунд, и что-то сложно, мне кажется, тут успеть. Всего лишь за 30 секунд как тут... А хотя, знаете, не доехали уже почти вроде. Надеюсь, другие машины нам мешать тут не будут. За 20 секунд доедем. Это еще кто такие? Что-то конкуренты слишком быстро у нас нагрянули. Надо... Ну ничего, сейчас отведает силушки богатырской. Блин, клиент, нельзя в машину взрывать, иначе клиент. Садись сюда, блин. Только пощадите, пожалуйста. Да, без проблем. Нам конкуренты не нужны. Да, машину нельзя было его взрывать. Клиент нельзя, чтобы погиб у нас.
26 тысяч с половиной у нас сейчас на счету. На фабрику мороженого этого должно хватить. Там она, по-моему, 10 тысяч всего стоит. Или сколько? По-моему, 10 тысяч стоит она. Или 20. По-моему, 10. Ну что, возвращаемся в таксопарк, он тут вроде бы недалеко. У нас там еще два задания, по-моему, есть. Прежде чем оно станет рентабельным. Кстати, рентабельный. Почему же я сказал, я первый раз слышу слово рентабельность, когда недавно у меня в колледже была коммерческая деятельность. Надо было заполнять там таблицу одну по торговым меркам, по счетам, и там рентабельность. Я говорю, рентабельность, я даже не знаю, что это такое. Очевидно, что я забыл про рентабельность вот это вот в GTA Vice City. Да, лоханулись мы немножко. Ну ладно, я лоханулся, вы, конечно же, нет. Можно нажать на R, начать дополнительное задание, просто получить заказ. Ну, это так, легкие деньги подзаработать. Не легкие деньги, а мелкие деньги. Это... А нам они нафиг, в принципе, не нужны. Мне будет проще... В типографию заехать и забрать доход оттуда. Сколько тут у нас денег? Ну, пока еще немного, но окей. Не, по-моему, фабрика мороженого 20 тысяч стоит. Я вот помню, между лодочной мастерской или фабрикой мороженого. Одно из них стоит 10, а второе 20. Ну, впрочем, узнаем. Friendly Revealing. Внимание всем, мы упускаем клиента в городе. Что у нас тут творится? VC Caps нам делают по всем пунктам, у нас много машин. Мистер Мерседи, вы нас слышите? Выведите из строя машины VC Caps, пока мы не разорились. Конкуренты просто везде. А Томми у нас конкурентов ужасно ненавидит. О боже мой. Просто расстреливают колонны, блин. Колонны из бандитов. Так, вот, один едет прямо сюда. А, нет, не сюда. Ну ничего, сейчас он прижмется к стенке. Интересно, а его надо убить? Да, ну не убить, взорвать машину надо. Ничего, сейчас мы это сделаем. Так, второй тоже близко. Все. Второй готов. И последний. Хорошо, что тут ограничений по времени нет. Последний, да, тут тоже близко. Все готовы.
Еще одно задание у нас осталось. И мы можем, если быстренько пройдем его, то может быть еще фабрику мороженого возьмем. Сэкономим количество выпусков заодно. Перед этим сохраниться бы не помешало. Еще раз. Ночь нам не нужна. А хотя пускай. Там до рассвета немного совсем. Кармагеддон. Машина номер 13. У нас вызов от мисс Кортес. Она попросила подъехать именно вас. Ясно, понял. Мерседес? Ух ты. Прекрасно, Паш. Поехали, заберем ее. Какое-то странное место, по-моему, ей. Что же она может здесь делать? Мерседес тут не видать. Ой. Ох, и отведают сейчас силушки богатырской. Короче, мы просто делаем круги. Нам надо минуту вот так продержаться. Но не надо, но чтобы они нас не задавили. Давайте вдоль стенки будем ехать. Чтобы они в стенку просто врезались все и... Вот так вот нам и надо, да. Ой-ой-ой-ой. Я надеялся, что они не заденут меня ни разу. 10 секунд осталось. Без проблем вообще. Продержимся. Просто круги наворачиваем и все. Ой-ой-ой, осторожно. О, это что, главный, что ли? Пришла пора ангелу-хранителю получить по полной программе сейчас. А как его уничтожить? Расстрелять? Отведай-ка силушки скорострельной. У него колеса теперь дырявые, он не сможет больше так ехать нормально. Сколько можно уже? О, блин, жалко, можно было бы его в воду бы скинуть. Оружие у нас заканчивается. Но думаю, оно нам сильно-то не понадобится. Жалко, нельзя поменять оружие. Но выходить из машины вообще не рекомендуется, потому что иначе он нас просто раздавит и все. Все, отведал силушка скорострельный. Сейчас.
Эх, отвлекли прям в самый неудобный момент, когда... Когда главный этот отведал силушки скорострельный. До $5000, окей. Сабля у нас вроде... Или катана это. У нас есть уже. Предлагаю купить фабрику мороженого. Надо только ее разыскать. Ну, где-то здесь она. Или здесь. В общем, найдем. Поехали. Недалеко она. Ну, вон, наконец-то нашел, блин. Я, видимо, плохо знаю этот город, поэтому пришлось поездить немного, чтобы найти эту фабрику. Стоп, где она? Вот она. Сейчас проверим, сколько стоит. 20 стоит. Значит, лодочная мастерская стоит 10. Cherry Poppers. Фабрика мороженого называется. Здравствуйте. Кто ты? Я ваш новый хозяин. Ты когда-нибудь был ребенком? О чем ты? Ты был ребенком? Эй, тихо, тихо. Что у вас? Я так и знал. Ребенок. Чумазый, вонючий, сопливый, ноющий, блюющий, оружий, младенец! Гадость какая! Тьфу! Мамочка тебя не любит, маленький засра... тихо, тихо! Что это с вами такое-то? Как я ненавижу детей! Ненавижу детей! Все они чумазые, вонючие твари! Да хватит, вы вообще в своем уме, да? Вы же мороженое не для детей разве делаете? Каким же психобаном надо быть в таком случае? Кем надо быть, чтобы ненавидеть детей и приносить им радость? Да ты просто тупой, сопливый, грязный. Может заткнетесь, а? Мороженое это ширм. Мы тут кое-что другое дело. И вовсе не из молока. Если я увижу ребенка, то ему будет плохо. Не так ли, детки? Да, мамочка вас не любит. Она вас ненавидит. Ох, ох, плохо. Да уж, лучше я вместо нее буду здесь. Хотя, впрочем-то, необычное задание сейчас будет. Распространение, блин. Используйте фургон мистера Вупи для распространения мороженого. Больше за каждую сделку будете денег. Чем больше сделок вы провернете, тем пристальнее вы будете. Короче, местным бандам не понравится ваша деятельность на их территории. Будьте начеку. Ну, гаитянцы, значит. Или гаитяне, как их там правильно. Ну, короче, эта фабрика... Торгует наркотиками под видом мороженого. Не хотите вкус... Не хотите отведать вкусного мороженого? Эх, как жалко. Здравствуйте, добрые люди. А вы не хотите ли отведать вкусного мороженого? Хорошо. Если не ошибаюсь, надо 50 штук продать. И если полицейские нас заметят, то начнут охоту. Не знаю, как они определят, что у нас наркотики вместо мороженого. Но пофигу, ладно. Так, надо проверить, точно ли 50 надо. Cherry Popper Ice Cream Factory. Distribution. Дистрибушн, или как там называется правильно. Цель. Где цель-то? Ой! Ну их нафиг. Так, 50, да, 50. Только мы, по-моему, слишком далеко уехали.
тут покупателей-то будет совсем мало. Добрый день! Не желаете ли отведать вкусного мороженого? С подвохом. Такую же музычку, кстати, можно в GTA 3 услышать. Видимо, там тоже, по-моему, фургон с мороженым или нет. Я точно... Блин, там парковка нам не туда. Ого, сколько тут людей. Не желаете ли отведать вкусного мороженого? Ого, сколько подошло. Только что-то у нас совсем мало. Нам надо 50, а у нас так мало. Ну и ладно, походу, похоже, придется весь этот бизнес обрезать. Потому что это похоже надолго. Короче, ребята, бандиты вот эти прервали мое распространение, поэтому я за кадром как-нибудь его сам пройду, и в следующем выпуске уже будем с рентабельной этой фигней уже, с рентабельной фабрикой мороженого. Ну а на сегодня закончим, пожалуй, потому что мне сейчас это по новой все придется делать, а я не хочу это делать по новой. Ладно, давайте закончим на этом. Да и к тому же ночью, кстати, очень мало этих людей, которые можно убать, которые хотят подойти, потому что ночью все спят, не спят только бандиты, наркоманы, проститутки, коррупционеры. Нормальные люди все спят, мало людей на улице, поэтому надо это днем делать. Ладно, я за кадром это пройду. Ну а на сегодня всем спасибо за просмотр, с вас лайк, подписывайтесь на меня, эпичные видосы, подписывайтесь на мой стримский канал, субтитры ВКонтакте, всем пока!